Russian Music Radio. Здрасте. Привет. Вы откуда, если не секрет? Да, конечно, не секрет. Я с этого как его не помню. С этого как его не помню? Живу и не помню. Ага. Понятно. А как ты ориентируешься, когда там, если вдруг доехать куда-то? А я как бы местность, ну так, на глазок как бы знаю. А, ну в смысле садишься там даже если в такси. Вам куда? Нам? Туда. Если Google спрашивает, вам откуда куда, то ты просто пишешь, мне оттуда и туда, да? Не, отсюда туда, извиняюсь. Все вы знаете. Я догадываюсь, я очень догадливый. Ага. Да, проверочное слово гад. Окей. До это приставка, гад это корень. Остроумно еще, смотрите-ка. Да, подмечаю всякую фигню. Так все-таки, я с Питера, а вы откуда? Дальний Восток. Дальний Восток откуда? Ну, где-то Приморье примерно. Я сам с Владивостока, чтобы вы понимали, почему я спрашиваю. Я уже не против. Приморье. А так откуда с Приморья? Ну, вот где-то рядом с Владивостоком, ага. А то есть это секрет, что ли? Вы военный? Да, я не буду местом называть. Ну, у нас там одно секретное место, Фокино. Смешно. Почему смешно, если это так? Что это так еще раз? Что Фокино? Почему говорю смешно? Это так. Как это так? Ну, место, где особенно раньше был строгий паспортный контроль и так дальше, и так дальше. Даже если ты едешь в Находку. Угу. Ну, вы, наверное, не знаете. Я 94-го года рождения, я не знаю, должен ли это знать? Ну, не должны, конечно, вы никому, наверное, не должны, я надеюсь, кроме как за ипотеку. Вот. Да и надеюсь, честно говоря, и за ипотеку не должны. Зачем с этим? Нету ипотеки, да, квартира от бабули досталась. Ну, все, машина выплачена, я имею в виду, стиральная машина выплачена. Конечно. Все, блин, нафиг, тогда вы счастливый человек. Вы... Практически. Мы с вами тогда, получается, на одном уровне. У меня тоже машина стиральная выплачена. Хорошо. Ну. Какие вопросики задаете украинцам? Ну, какие? В конце концов, когда кончится маразм, и когда, в конце концов, опять-таки зайдет к ним разум. То есть я против маразма, я за разум. Ясно. То есть, получается, вы троллите украинцев, я так понимаю. Я не троллю. Почему? Я призываю... Смотрите, есть такое выражение «природа вещей». Так. То есть, природу конфликта между Украиной и Россией вы не понимаете? Я считаю, что я много знаю про это и что-то понимаю. Ну, вот что-то мне кажется, что, по-моему, там не очень-то понимают. В Украине. Там, может быть, действительно не все до конца понимают, но вот вы, как человек понимающий, ну нафига вы такие вопросы задаете? Какие? Я еще не задавал вам никаких вопросов. Не, вы спросили, когда кончится маразм, да? Ну да, потому что я вижу, что, понимаете, это как при любой инфекции, вот как сейчас, так, допустим, примерно. Заразное все это очень. Все, слился? Явно чувак не с Дальнего Востока. И не надо нам врать. Вы где? Я вот с Питера, а вы где? Есть такой славный город в Украине. Называется Берегово. Ух ты, прикольно. А где это, если не секрет? Закарпатье. А-а-а. Понял. Я просто, сам с Дальнего Востока, как бы, изначально. Поэтому западную часть очень мало знаю. Хотя, что-то знаю, допустим, в Польше. Ну, там, что-то в Европе. Ну, немного. Это Венгрия. 3 километра Венгрия. Понял. Отлично. Красота. Как у вас там? А, кстати, сейчас там говорят венгерские, этот самый, какие-то там поползновения. Не, ничего? Нормально у вас там все? Тут больше половины говорят по-венгерски.
по-цыгански, по-румынски. А подождите, на Украине же сказали, нельзя говорить по-венгерски, не по-русски. Ну, это вам сказали не говорить в Украине по-русски. А нам разрешают. Ну, надеюсь. Не, это хорошо только. Ну, просто же эти же, как его там, кряклы всякие эти... Что несет, пиздец. Ну почему что несет? Я смотрю украинское телевидение. Так, и ну что, там же там? Везде идет такой конкретный национализм, может, это самое, что обязательно только украинский. Национализм — это не нацизм, это хорошо. Национализм — это хорошо. Это ладно, нацизм, соглашусь. Это не нацизм, я тоже согласен с этим, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, поговори еще. Да не хочу рассказать. У меня свекровь живет в Хабаровске. Я и родился в Хабаровске. Да. Мы постоянно с ее переубеждаем, что не нужно смотреть российское телевидение. У нас все хорошо. У нас нету шествия нацистского. Фашистов у нас нету. Фашистов. Ну, у вас-то да. У нас все разговаривают на том языке, на каком хотят. На каком хочется. Вот тут сейчас Берегово, мы просто тут работаем сейчас в Киеве. Мы сами с Киева. Угу. И работаем работаем. Тут у нас все рабочие венгры. Все здороваются на венгерском, вывески на венгерском в Берегово. То есть никто ничего... Не притесняет. Да, на рынке сельские все на венгерском говорят. Ты к нему, да, по-русски, он тебе тоже по-русски. Он по-русски отвечает. Ты ему на украинском, он тебе на украинском отвечает. Так что нет, то есть нету проблем. Никакого национализма. Никто никого не заставляет. Университеты на венгерском в Берегово. Не, ну я это очень даже допускаю и правильно. Что, я только за... Просто, когда вы говорите, что я смотрю этот самый, ну, российское только телевидение, нет, я смотрю иногда и украинское, почему? Поэтому... Ну, где на украинском телевидении вы слышали об этом? Да, постоянно, о чем вы говорите. Любой канал долго. Откройте, что 1 плюс 1, что Украина 24, так, там, это постоянно. Что вы там слышите, что говорят? Так что говорят? Ну, во-первых, насилие украинского языка, это, ну, я, ладно, это еще это сам... А вот. О том, говорят о том, что идет война между Украиной и Россией. Да, это вы есть. Знаете? Это а ну, знаете, ну вы взрослый же человек. Вы понимаете, что не идет война между Украиной и Россией? Идет. Это вы, здрасте, это вы не понимаете. А почему? А что я не понимаю? Скажите, война идет на всей линии соприкосновения России и Украины? Вы понимаете границу между Украиной? Просто... Вот вы машете головой... Вот вы война в вашем понимании, война. Это танки, самолеты там. А в вашем понимании, там, как, что значит война? Такое было, в 2014 году так было. Подождите, самолета. В вашем понимании, но война сегодня... это когда люди фигюшки, что ли, показывают друг другу? Ну нет же, правильно? Ой, ну, мужчина. А вы вообще понимаете, что, ну вот, вот и все ваше понимание. Хотите, расскажу прикол? Что хотите? Хотите, чтобы я рассказал вам прикол? Ну, конечно, хочу. Прикол. Я вообще люблю приколы. Встретил я тут молодого... Он такой парень. Ну, наверное, я знаю, ему лет 20. Он говорит, типа, ты, наверное, футболист. Я говорю, нет, я байкер. Я ему говорю... Он говорит, а какой у тебя мотоцикл? Я говорю, Yamaha R1. Он говорит, а он... Праворульный или леворульный? Честно говоря, действительно прикол. Я даже знаю, где этот анекдот зайдет вообще на все 1000%. Это в Приморье. Я сам с Владивостока изначально. Я вашу шутку понял вообще вот так. Так что у нас это очень актуально. Он мне вообще сорвал мозг. То есть я всякую дичь слушал в чатулетке. Но чтобы кто-то спрашивал, мотоцикл праворульный или леворульный. Вот. Вот видите, я тоже, вот, как говорится, хожу по рулетке и тоже думаю, ну я уже все слышал. И, наверное, меня мало чего удивит. Но иногда называется «Здравствуйте». А вы откуда? Я с Питера. Вы откуда? Я из Киева. О, понятно. Город-герой Киев? Ну да, там, знаете, как русские, это им очень нравится. Мать городов русских, как они говорят, русский город. Ну да. Да, они так прям
Все, аж тепло по душе пошло, вот, русский город. Да я не знаю, какое тепло, ну бывший-то uh-huh. так, ну, так было в истории, чего уж теперь-то? Такое, некоторые тут кричат, Крым наш, сами в Крыму ни разу не были, блин, и не поедут в тот Крым, потому что у них денег нету, потому что они нищеброды. Да, и Крыму отдыхать-то надо, блин, а... Бабла нормально иметь, чтобы в Крыму отдыхать. Если честно, да, я вот буквально 2 недели назад там был. Я очень удивился ценам в Крыму. Просто очень. Я думал, честно говоря, особенно приеду, там наемся фруктов и тому подобное. Я был очень удивлен, что фрукты там стоят дороже, чем в Америке. Я знаю. Я был там. Дешевле съездить в Турцию или в Египет. Ну, да. Ну, все равно он стоит того. Атмосферка там интересная. Как-то народищу куча. Просто, по-моему, что-то чересчур дофига. Вот. Как говорится, я уже потом, вот когда был в сентябре, это самое, как-то это все спало. Это было очень даже комфортабельно. Сентябрь, октябрь как-то бы. А летом я, честно говоря, вообще не понимаю, как там... Как там народ пропихивается между друг другом. Слушайте, я отдыхал, мне есть чем сравнить. Извините, что я перебиваю, просто пока мысля не выскочила из головы. Потому что у меня такой чуть-чуть бардак в голове, я чуть-чуть с будуна. Я отдыхал в Крыму, я знаю все эти цены. Я отдыхал в Турции. На эти деньги, что ты там в Турции, то есть в Крыму, будешь отдыхать как бомж в Турции, за эти деньги ты будешь сидеть в классном отеле, будет all inclusive, и на эти деньги еще можешь, блин, не знаю, 2 проституток снять. И будешь пить, гулять, трахаться, блин, купаться в классном бассейне, есть все, что хочешь, и пить все, что хочешь. Это вообще будет... Ну, я только не понимаю, к чему этот критерий, зачем это все сравнения. Ну, там такие цены, в Таиланде другие цены, в Америке другие цены. Ну, они, в Кампучии другие цены. Понимаете? Ну и да, ну что. Но просто нету никакого смысла туда ехать. А, может быть, и вы в чем-то правы, но в связи с, так скажем, с этой всей обстановкой, со всем этим, так скажем, ну... Со всей этой заразой, я так выражусь, да? Что вы поняли, про что я. Ну вот, получается, что все, в общем-то, ломанулись в Крым. И они от этого только выиграли. За это время, пока эта зараза будет существовать, я так думаю, крымчане и тому подобное построят там себе офигенные коттеджи и все остальное. Ну, я, мужик, а как тебя зовут? Валера меня зовут. Валера. Валера, я буду нежный и верный. Не надо. Песня такая, я просто сразу вспоминаюсь. Я просто ее очень часто слушаю. Меня Артем зовут. Понятно. У вас там еще не запрещают крутить русские песни? Нет, это все... Нет, все разговаривают на русском. Русские песни слушаем, смотрим русские всякие фильмы. Все нормально. Ну, слава богу. То есть, я так понимаю, это только политики чего-то делят, да? Да, они такое всякие фейки всякие выдумывают и это выкидывают в интернет, там по телевизору показывают. Это то, что показывают в интернете и показывают по телевизору, оно вообще неправда. Ну, извините, что матерюсь, но других слов нет. Это ложь, пиздеж и провокация, и больше ничего. Ну, понятно. Классический диагноз, я это самое. Хотя, не знаю, вот у меня есть сослуживец, с которым мы служили по полевой почте в те еще далекие времена, во времена СССР. Вот мы с ним больше не разговариваем. И даже когда я ему, как говорится, кидаю какое-нибудь сообщение, поздравляю тебя с днем авиации, с днем ВВС, он очень сердится. Ну вот и вот. Есть все-таки укушенные или стукнутые, получается, на всю башку. Но вот это меня больше всего поражает. Ладно бы это был бы чужой человек. Ладно был бы этот человек, который, ну, со мной бы не служил.
Понимаете? Ну, когда мы, как говорится, вместе подшивали эти шевроны, мы вместе, как говорится, драили пастой Гоя, все эти, как говорится, бляхи на ремнях и тому подобное. И тут вот так я все забыл, мне на все наплевать, я не понимаю. Мужик, это жизнь. У меня много хороших... Это не хороших... жизнь, это идиотизм. У меня много друзей, которых я считал, что они нормальные, но они со мной не общаются. Один не общается из-за того, что я с его женой не поладил. Жена не запрещает ему со мной общаться. Мы вместе в садик ходили, за одной партой сидели, вместе учились в лицее, вместе учились в университете, вместе играли в футбол. Неразлучные друзья были. Стоило ему жениться, а жена, я ее вижу насквозь. Она прошмандает. Ну, понятно, но это еще хотя бы бытовая фигня. А представляешь, когда вот просто политика влияет на все это, вот я, больше всего мне это бесит. Особенно, когда вот как ты и говоришь, вот у меня тоже есть друг, это самый, я ему сильно очень помогал там переехать в город. А он приехал вот с девчонкой, а девчонка оказалась вот с Украины. И вроде бы нормальная девчонка, мы даже несколько вечеров, как говорится, ели ее стрепнину очень вкусную. Ну, в конце концов, вдруг... Ближе к Дню Победы зашел разговор. И все. И теперь у меня нету ни друга. Вот. И тем более с ней мы не общаемся и так дальше. А больше всего мне непонятна позиция друга. Мы знаем друг друга хрен знает сколько лет, а он ее знает хрен знает сколько, ну, совсем немного месяцев. Еще неизвестно, будет он с ней жить или нет. Но со мной он уже ради нее предпочел не общаться. Вот это что за фигня? Ну, он променял, получается, друга, блин, на какую-то непонятную... Ну, давайте выражаться не будем, ну, получается, да. Ну, не знаю, может, он какую-то там перспективу увидал, не знаю, такая бешеная любовь. Но я считаю, что все равно во всем должны быть какие-то рамки. Ну, просто есть люди благо разумные, а есть люди глупенькие. И есть неразумные. Я с вами абсолютно согласен. Да. Поэтому да здравствует разум, да сгинет маразм. Да, просто люди... Некоторые... Я в том плане, что я вам тост подкинул. За это можете выпить. А я пойду... Я не люблю часто пить. Я так... Чуть-чуть. Ну, часто не надо, вы же это сам поправляете здоровье, поэтому поправьте. Ну, да. Не, хорошо, будьте внимательны, будьте внимательны на дорогах. Не ездите на праворуком мотоцикле. Да. Вот. Ездите на леворуком мотоцикле. Сами понимаете. Да, мне и еще один, короче, попался прикол. Такой, начали за мотоциклы рассказывать. Ну, типа, он начал мне рассказывать, что Yamaha это китайский бренд. И делается в России. Ну, вот такие кряклы тоже бывают, что могу сказать. Да. И вообще Yamaha это переделка, нафиг, как говорится, с запорожского завода. Да, я еще начал рассказывать, что на Yamaha, короче, коробка автомата работает она на вариаторе. Ну, это очень сильное знание, это очень сильное знание. Да, и что там она одноцилиндровая. И причем цилиндры какая... треугольные. Да, в общем, на нас тут все... Очень тяжело вам, байкерам, я понимаю. Хорошо. Счастливенько вам, как говорится. Будьте внимательны на дорогах. У тебя такая футболка, как будто ты фанат. Как будто я кто? Ну, фанат, как будто около футбольщик. Ну, нет, у меня тут череп и все дела. А это какая-то каста или что это? Да, мотоциклетная больше. Связанная с Лас-Вегасом. Не понял. Ну... А что сзади за такая вот... Сзади у меня дискотека. Что? Дискотека у меня сзади. А, это такой ажиотаж, да, как будто? Да, полотно. Я понял. А ты откуда? Я из Питера, а ты откуда? С Москвы. Ну вот, видишь. А у вас тоже погода Г? Да, туманик. Вот я тоже сижу, вот мне надо... как говорится, там в центр ломануться, я глазам своим не верю. То есть, думай вообще... ехать на мотоцикле.
мотоцикле. Я думаю, даже в метро будет туманно. Не знаю. Я просто не живу в Питере, я здесь временно. Вот. И, а где живешь? Я живу там как раз, где солнце, солнце, солнце и сплошное солнце. В штате Невада, город Лас-Вегас. Оттуда. А, ничего себе. То есть не Россия, да, точно? Ни при каких условиях? Не, почему? При многих условиях согласился бы жить в России и соглашаюсь даже. Просто условия пока не совпали. Я имею в виду, ну, а место рождения же есть у вас? Город Хабаровск. А, вот. Это уже другой разговор. Ну, я долго живу в Америке, и это самое. Вот, как говорится, сейчас пока в разведке в России. Но мне все нравится, но погода, честно говоря, для меня просто большой контраст. То есть, если у нас в Лас-Вегасе все прячутся от солнца, в прямом смысле слова, допустим, у меня в доме на окнах специальные такие, как даже не сетки, а как они называются, solar screens. Но она как ткань, да, которая, да, не пропускает солнце. И это у многих. Просто мы боремся, получается, с солнцем, да. А здесь, получается, его вообще что-то я почти не видел. Вот, по крайней мере, в Питере. Простите, а что значит я на разведке в России? Ну как, мне надо найти, где находится база торпедных катеров. Ага. Мне надо также узнать, что такое Тополь. Вот. М. Тополь, М. Ой, М это тем более. Это вот. За М вот. Это вообще это грамоту вот, могут вот, дать. Бля, что бы ты без меня делал, если бы я тебе сейчас не подсказал? Да, вот, ну я прям почувствовал, Тополь, что вы знаете и где, и что. Вот, наконец-то, хоть одна подсказка будет нормальная. Вот, ну, слушай, потом а чего еще? Подожди. А вот эту гарнитуру тебе там в Америке выдали? Ну, естественно, она же должна напрямую должна быть связана с Госдепом. И пропал сразу. О, блогер. Russian USA Radio.